Говорит и показывает стадион КАМАЗ. Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Приглашаем вас в набережные Челны на очередной поединок в рамках Мелбет Первой лиги российского чемпионата. Итак, стартовый свисток. Давайте начнем с состава гостей. И на данный момент является лучшим снайпером в калининградском клубе. Удар у нас следует. Повторная попытка не получилась. Итак, Гаглоев у мяча. За исключением трех защитников все сине-белые штрафной. Борьба на втором этаже. Мяч мимо ворот проходит. Это было очень даже опасно, я вам скажу. Подача в штрафную. Подбор за Балтикой. Это удар может быть поворотом. Опасно. Тема, учитывая, что КамАЗ играет. Пробивает. Это сейчас было опасно, Ленар, извини, там Казаев. Это и каким-то было... сейчас чудом мяч не влетает в сетку ворот после прострела Валентина Пальцева. Очень приятное впечатление оставляет Балтика. Показывает нам в очередной раз момент с участием Тамерлана Мусаева. Я бы вот уже в штрафной. Ушел от одного. Что это? Подача либо удар обводящий. Ох! И вратари наконец вступили в игру. Звучит свисток Ивана Сиденкова. Нулевая ничья в центральном поединке тура между КамАЗами и Балтика 0-0. КамАЗ сохраняет первую строчку по-прежнему в графе поражение 0.